Но в начале выпуска новость последних часов. В Северную Осетию приехал полномочный представитель президента ВСКФО Александр Матовников. По пути из аэропорта он побывал в городе Ангелов, где с главой республики Вячеславом Битаровым возложил цветы к древу скорби. После они направились в первую бесланскую школу. Александр Матовников отметил, что полномочное представительство примет участие во всех мероприятиях, которые будут проходить в сентябре. О поддержке Северной Осетии Александр Матовников говорил и на совещании с руководителями министерств и ведомств. По его словам, стратегия социально-экономического развития, которая разработана до 2030 года, хороший инструмент, и руководство регионом им активно пользуется. Безусловно, основным фактором является то, что мы сейчас живем в периоде, наверное, не восстановления после определенных событий 90-х годов в целом для Северо-Кавказского региона, а уже в следующем этапе, когда мы формируем, именно усиливаем социально-экономический блок для того, чтобы нашим гражданам жилось лучше, чтобы мы больше думали о мирной жизни, но не забывая, конечно, о безопасности.